Привет, друзья! Сегодня хочу показать, что можно сделать вот из такого профиля для светодиодной ленты. Может быть, кто-то видел, может нет. Но это вот он кусочек отпиленный. Они, по-моему, двухметровые или трехметровые. Вот так вот. Так он вытаскивается. Или вот так можно отщелкнуть. Вот такой алюминиевый профиль внизу. Лента вот такая вот вклеивается туда. Она обычно как бы на двухстороннем скотче. И закрывается крышечкой это все. И где-то монтируется там. Аккуратненько смотрится, не вот так вот безобразно. А все началось с того, что мне еще товарищ как-то давно показывал. Вот на таком примере. Я уже собрал даже, ну как бы не хотел видео снимать, но думаю, блин, надо снять. Прикольная штука получилась. Я уже не раз использовал, как бы. Он, у меня товарищ работает, ну, короче, занимается отделкой всякой и монтирует там светодиодные всякие ленты, там, не знаю, проводку нет-нет делает. Короче, отделочные всякие работы делает. И вот он мне показал, наверное, уже года два назад, как он сделал вот такой типа тоже фонарик. Правда, он ленту другую ставил, но у меня не было другой. У меня как бы другие были всякие. Ну, я заказываю, кто видео мои смотрит, знает, что я всякую ерунду постоянно заказываю, что-то делаю, как бы и заказываю там не в единственном экземпляре, потому что там что-нибудь сгорит, что-нибудь замкну. И вот это все как бы набирается, там нет-нет, знакомым аккумуляторы меняю на шуруповертах, как бы остаются старые, более-менее хорошие, вот я их оставляю, там промеряю, какие с емкостью более-менее. И вот это все собирается, и он мне недавно как бы... Как недавно, наверное, в начале года, принес, где-то он тоже монтировал, принес вот такую вот, ну, вот такой вот профиль, как бы отрезок вот как раз светодиодной ленты под него, и вот такой профиль. Прям четко, вот ничего даже не подрезал, ничего не делал, вот такого размера. Вот тоже сюда поставил плату зарядки снизу. Здесь стоит плата преобразует из 4,2 вольт до 12 вольт, как бы регулируется. И вот эта вот лента, она на алюминиевой тоже подложке, вот это снимается, 12 вольтовые, типа как ходовые огни были заявлены, но я их для другого покупал, еще, кстати, не применил тоже по назначению, но у меня их много. Они что-то вообще копейки стоили, я их заказал сразу целую кучу. Вот, также от старого аккумулятора со шуруповерта поставил элемент сюда, выключатель в торец, и получилось. Сейчас давайте я соберу. И так, вот мы его собрали. Вот такой получился аккуратненький фонарь. Уже выключали электричество несколько раз. Ветер был когда ураганный, я им пользовался. Вот так вот можно поставить, включить. Можно вот так вот поставить, как бы включить. Светит довольно ярко. Вот. Как бы у меня освещение здесь стоит хорошее. Смотрите, как камера гаснет. Вот такой вот получился фонарь. Как бы вот он сделал, и у меня долго в голове это было, что, блин, прикольная штука, надо сделать. И вот я в итоге тоже сделал такой фонарь. Удобно. В руке держишь, включил, и идешь, светишь, короче. Из такого вот профиля можно, например, сделать подсветку там куда-нибудь на компьютерный стол, под выдвижную, например, полку для клавиатуры, чтобы подсвечивалось. И можно регулятор поставить и как бы регулировать 12-вольтовую такую лампу. Светит она тоже, кстати, очень ярко. Вот так вот. Красота. Ссылки я оставлю на эти все элементы. Вдруг кто-то захочет повторить. И сейчас давайте перенесемся на улицу и проверим, как она работает в темноте. Итак, как видите, полная темнота. И давайте включим этот фонарь. Хобана. Вот он. Светит довольно-таки ярко. Если вы вдруг захотите прогуляться, например, в
все увидите, всех котов вот. Так выше поднять будет лучше, не будет засвечивать камеру. Например, захотите вы собрать крыжовник ночью. А вот он. И можете использовать этот фонарь. Оп. Собрать крыжовничек. Вот такая вот полезная штука получилась, я вам скажу. Налетели мошки, стрекозы. Или же можно возить в машине, как переноску. Что-то раз, подсветить, посмотреть. Вот здесь как удобно, смотрите, сделано отверстие такое. Оп, поставил, все. Все, лазим, ковыряемся. Если вдруг село, от USB зарядили, и все, никаких проблем. Да, дружок, от USB зарядили, и все. Так что фонарь просто огонь получился. Плиточка тоже классная получается. Вот такие вот дела. Всем пока, до новых встреч.